На базе 2-й пожарно-спасательной части завершились ежегодные соревнования. За звание лучшего звена газодымозащитной службы поборолись 9 команд со всей республики. Какая команда стала лучшей, узнала Дарья Тендит. Звено газодымозащитной службы является неотъемлемым и важнейшим подразделением специальной службы пожарной охраны. Соревнования входят в обязательную подготовку, поскольку не просто определяют лучших, но и показывают направления, в которых данная служба может развиваться с учетом современных подходов к тушению пожаров. Это своего рода стимул. Каждый сможет показать, на что он способен в сложных условиях. Важно, чтобы сохранился дух и сплоченность команды при прохождении испытаний, отметил Мурат Шинкао. Сегодня мы проводим первый этап региональных соревнований, название «Лучшее звено газодымозащитной службы». Соревнования проводятся среди пожарно-спасательных подразделений нашего территориального гарнизона. Прохождение практических этапов – это не просто соревнования. Сотрудники отрабатывают и оттачивают навыки, которые после применяют в реальной работе. Ведь любая ошибка может стоить человеческой жизни. В течение 15 минут команды должны были пройти полосу препятствий, которая требовала действий, как при реальном пожаре. Участники проходили испытания в полном обмундировании весом более 20 килограммов. Какой этап для вас оказался наиболее сложным? Наверное, тепловая камера. Это всегда сложно. Нормально, это наша работа, мы должны этому обучаться. На пожаре не выкладываешься на 50% или на 10%. Там мы всегда выкладываемся на 100%. В этом году команды имитировали вскрытие дверей путем резки металлической арматуры, преодолевали забор более 2 метров, ликвидировали условный пожар, используя огнетушитель. Также отрабатывали действия в лабиринте теплодымокамеры. Теплодымокамера – это тренажер, который имитирует ситуацию реального пожара. Плотный дым, громкие крики и шум способны дезориентировать сотрудников. Заключительным этапом полосы препятствий стало выполнение тактической задачи. 2 человека из команды в полном обмундировании поднимались по пожарной лестнице на 3-й этаж учебной башни. Они должны были эвакуировать подготовленный манекен со значительным весом – около 85 килограммов. Оказав ему вначале первую медицинскую помощь, после выполнения испытаний участники всем звеном двигались в сторону финиша. Прохождение всех испытаний строго контролировали судьи. Они оценивали временные показатели и четкость действий. Ну, конечно, нелегко, но это наша работа, что делать. Как сейчас ваше самочувствие? Нормально, отлично. В конце соревнований провели подсчет результатов теоретических и практических этапов. По итогам состязаний были объявлены победители и призеры. Так, первое место заняла команда 2-й пожарно-спасательной части города Черкесска. 2-е место получил Хабесский пожарно-спасательный гарнизон. 3-е место у пожарной спасательной части села Учкикен. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.